Договоренность США о безопасных полетах над Сирией будет достигнута в ближайшие дни. Об этом заявил российский министр иностранных дел, выступая в Госдуме. Сергей Лавров отметил, что некоторые принципиальные вопросы будут обговариваться уже сегодня в ходе очередной видеоконференции Минобороны России и Пентагона. Глава МИДа выразил сожаление, что далеко не по всем направлениям американские партнеры проявляют такую готовность сотрудничать. И практически все инициативы Москвы по координации действий в рамках антитеррористической операции в Вашингтоне натыкаются на глухую стену. Нам было отвечено, что делегацию в Москву направлять у них не получается, и принять делегацию в Вашингтоне не получается тоже. И что единственное, в чем заинтересованы американские коллеги, это вот договориться о шагах, которые позволят инцидентов избегать. Но, конечно, мы готовы идти гораздо дальше, координировать гораздо глубже, в том числе для того, чтобы достичь той цели, которую все-таки эта коалиция, созданная больше года назад, объявила – уничтожить ИГИЛ. И отказ от такого взаимодействия, конечно, он наводит на мысли. Сергей Лавров также назвал политикой двойных стандартов отказ США поддержать резолюцию Совбеза ООН по обстрелу российского посольства в Дамаске. Как отметил глава нашего МИДа, американская делегация, по сути, отказалась осуждать терроризм. Ведь налет на наше диппредставительство предлагалось квалифицировать именно так.